Всем привет! Ну что, очередной вездеход готов. Завтра, получается, будем его на поезд сажать. Такой у нас, ну, как и всегда, стандарт. Колеса ишки. Пол шестеренка разбежку. Тут тормозов ничего не надо было. Даже крышка. Опа, прилипла уже. Вот она. Вот так, то есть движок у нас тут 20-й. Лончинг. Ну и похрен. Сейчас осталось еще вот. У меня тут этот кулачок немножко там подкрасить на этой хрени. И как-то вот так. И то, что болты торчат. Поставлю специально, потому что вездеход хотят разбирать, чтобы потом уже обшивать, чтобы спокойно все везде, место все везде было. Коробкой были проблемы. Запчасти меняли. Одну меняли, новую запчасть ставили, вторая. Первую мы поменяли на новую. Значит, начал ебать мозги, короче. Третья, четвертая. А потом не стали заморачиваться. Блях, сняли с нашей запчасти, все коробки, все запчасти новые были. Вот. Нет ничего. Ну, коробку уже купили себе, привезли уже. Перебрать заново. Завтра в город. Отправляем. Закупаемся на следующий вездеход. И начнем делать. Наконец-то выздоровел. Вот, получил крайзи, который один заказной я уже сделал. Сейчас болел. Просто пиздец, какого ужаса. Температура 40, нахуй. Вот это было жесть. Ну, как-то так. Никаких цепей. Нихуя. Шурузов, даже гранат ничего нету. Все ставим крестовину. Педалька газа. Делаем самую простую. Чтобы в лесу еще можно было справиться всем этим. Ну, а так, вот так получается. То, что тут нету вот этого снега, это потому что все чистили. Вот здесь так посмотреть, и чисто, вот там и снега нету. Так, снега еще много. Как так? Грузить будем завтра, сами уже это все увезти и поезд сажать. Уедет винту. Винту или не помню, не винту. Нет, не винту, блин. Ну, короче, далеко. Забыл, куда едет уже. Сил пока особо нету. Температура мучился. Не кушал нихуя. Вот. Да ладно. Ну все. Что сказать. Сидушка регулируется. Волговский руль. Регулировка. Все есть. Вот она у нас. На мотобуксировщик тоже запчасти купил. Кому интересно, сейчас буду выкладывать тоже. То, что купил. Ради этого колеса вот этих разу взял заказ. Чтобы мотобуксировщик делать. И бюджет семейный. Особо не трахнуть. Так. Буксировщик скоро начал делать тоже. Все.